Представители Центра по работе с молодежью считают гражданской позицией участие в предстоящих выборах президента. Они убеждены, что своим голосом каждый казахстанец может повлиять на судьбу страны. Поддерживают такое заявление и другие организации и эксперты. ноября в нашей республике состоятся выборы президента, поскольку это очень важная, неотъемлемая часть нашей жизни. Я думаю, что каждый гражданин нашей страны должен пойти и отдать свой голос за того или иного кандидата, поскольку это наша гражданская позиция, это будет влиять на будущее нашего региона, а также в целом нашей всей страны. Выборы – это как раз-таки ключевой момент, когда граждане страны могут реально прийти и высказать свое волеизъявление. По большому счету, выборы – это единственный момент, где граждане участвуют непосредственно, напрямую. По большому счету, мы выбираем власть, которая затем от имени народа, который выбрал эту власть, уже осуществляет дальнейшие действия. Поэтому выборы – важный момент прийти и сказать, что вот эту власть мы выбрали, мы готовы ей подчиняться, она справедливая, она реальная, она эффективная, будем работать только с ней. Выборы президента, они судьбоносны, ведь от каждого гражданина, от каждого, будь то молодой человек или представитель старшего поколения, от нашего голоса зависит то, как наша страна будет развиваться предстоящие 7 лет. Нам всем необходимо идти на выборы, отдать свои голоса, проголосовать за будущее. Ведь если каждый будет реализовывать свое право, реализовывать все свои идеи, то и наше общество будет идти только вперед.